Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем с штурмовой винтовкой SG-553. Ну, или SG, точно не знаю, как читается. И эта винтовка находится сейчас в моих руках. Да, за команду. Она доступна за команду террористов. В принципе, я сейчас говорю банальные вещи. Еще я могу сказать, что у нее прицел есть, да? Вот. Но тут задача, я посмотрел, да? То есть, где-то первый там 5-6, может быть, 7 пуль летят примерно по точке прицела, а дальше идти уже в разнобой. Ну, то есть можно контролировать. Не очень сложный контроль, в принципе. Быстрая перезарядка. Раз. И все, можно уже Q нажимать, смена оружия. Вот, ну, сейчас попробуем с нее потащить как-нибудь, да, там, поиграть. Найду какую-нибудь комнату и, в общем, поиграем с ней. Все, поехали. Так, мы загрузились на карту Нюк. У нас в руках SG-553. Ой, я, правда, не знаю, как правильно читается, но вроде бы так. Хорошо. Вот. Отлично. Так, пытаемся забраться на коробку. И заметьте, мы проигрываем со счетом 9-6. Да, нам необходимо вытянуть этот матч. Да, давайте попробуем послушать, может быть, подождать. Здесь у нас активный бой. Ой. Почему-то получается иногда с этим оружием такой косяк, что из режима прицела выходишь. Ну, прицел здесь определенной какой-то кратности, ну, то есть не коллиматорный, я так понимаю, да. Хотя хрен его знает. Не очень в этом понимаю, ну ладно. Ну, у нас что-то как-то мы, я говорю, проигрываем, но... Вот я слышу, кто-то ходит, да? Только где? Тут шаги немного непонятные. То вроде справа, а это, оказывается, где-то внизу или наверху. Так, ну послушаем сейчас. Так. Угу. Ну, теперь я понял. Ну, кстати говоря... Так, надо прислушаться. Притаиться слегка. На шифте я хожу, как вы замечаете, да? Ага. Так, я остался 1 в 3, да? Ну, ладно, ничего страшного. Я ж тебя слышал. И где-то внизу еще. Да. Ну, кстати, бесполезно с шифтом залазить. Все равно слышно. Вот так мы сделали минус 3. Все равно слышно, что вы залазите. Дотрагиваетесь до лестницы, и это все слышно. Закупаемся гранатами. Здесь почему-то только одну слеповую можно купить. Ну, бывают такие сервера, да. Да. Где? Немного и купишь. О, у нас нам получилось забраться сюда. Так, хорошо. Ну, уже счет 9-7. Давайте подогреем наших ребяточек чуть-чуть, да? Так, дальше. Ладно, сидим пока. Пока что сидим. Никуда не ходим. Знаете, карту эту я не очень так прям люблю, да? На ней вообще не играю. Ну, потому что здесь как-то мне не очень нравятся пункты защиты. Ну, там, Б, там, нижние как-то. Они немного опасные такие. Плохо знаю. Плохо ориентируюсь на этой карте. Так, ну, что-то тут прыгаю. У нас тем временем бомбу-то уже составили. И, кстати, заметьте, у нас... мы потихоньку начали тащить, да? Видите, у нас уже... У нас рачка замочили, у нас... Прям... Про это самое... Прям начали тащить наши ребятки. Но, кстати, по-моему, у них поливало, нет? А мне кажется, по-моему, их раньше больше было. Да, уже 9-8 счет. Здорово. Так, закупаемся. Надо же, все потратил. Вот, сейчас получается крутить.
Бывает иногда, иногда не получается, иногда получается. Кстати, заметили, нас уже, нас даже больше, по-моему, да, да. Да, и, кстати, нас значительно больше, их, да что ж такое, их 6. Ну, ой, это не их 6. Теперь нас равное количество. У нас 7, их 5, хорошо. Давайте будем ждать наших ребяточек, пусть разогреют. Блин, куски, ну ладно. Ну, там по-любому кто-то ходит, я потому что слышу даже. Ага, здесь минус сделали. Но бомба где-то у нас здесь, в этой стороне, видите, на карте есть. Так. Ну, хоть и есть прицел у этого оружия, но... Конечно же, это Counter-Strike. Что же вы хотите? Пули летят независимо от того, где находится прицел. Да и вообще, вот, многие вот этому... Блин, чё ж так? Вот этот вот не прицел, а вот эту мушку посреди экрана делают разные, да? Многие игроки делают ее там под свой стиль, да, там подбирают, там... для комфортной игры там, вот, но особой пользы, мне кажется, от нее нету, да. Ну, могу ошибаться. Хорошо. Нет, ну конечно есть. Я там играю вот с таким прицелом, самым простым. Мне не нужны какие-то там навороченные. Там точечка, определенный цвет, отсутствие там динамика на или там отсутствие динамики. Цвет прицела, чтобы там не отвлекал, типа, глаза или что там, я не знаю, яркость, да, контрастность, точка посреди. Посреди экрана. Так, стоп, по-моему, там кто-то еще... Да, вот для этой... Так, там, по-моему, кто-то идет, да? Ну, как видите, вот срандомило, а в голову вроде бы не целился. Но я даже не целюсь, потому что бесполезно, мне кажется. Все равно рандом сделает свое дело. Так, хорошо. Ага. И здесь у нас чувак какой-то что-то стреляет, непонятно зачем. Может, там кто-то есть? Так. Ага, хорошо. Ну, нас 3 на 2. Баланс есть, нас уже 6. Так, и я... Нет, я не один. У нас осталось 2. Мы должны затащить раунд, чтобы вытянуть матч, игру. Ну что же, про оружие-то. Нормальная, скажу, пушечка. Ничего плохого в ней нету. Не такая дикая рандомность, мне кажется, как у Калашика. Потому что у Калашика прям там все дичайше. Это хотя бы... Нацелился, стрельнул, хотя бы в точку примерно летит. Так, ну, бомба установлена. Ага, на Б. Хорошо. Разбиваем эту штучку. Так, и нам нужно сейчас немножечко прикрыть себя. О, вот он, перчик. Е-е-е. Круто. Да. 9-10. Ошибись. Ну, так вот. Ну да. И поэтому я вместо калаша беру... Ну, иногда, конечно, АК-47 беру, но если мне не прет, то играю с этой... С этой винтовкой. Нормальная такая, мне кажется, если денег хватает. А, кстати, вот насчет калаша, ну, это отдельная тема. Если буду играть, обязательно расскажу. Да, там иногда играешь, стреляешь, пытаешься попасть, ну, по скиллу, там, да, там наметиться... А пули куда-то в сторону летят. Ну, на мясорубке это заметно. То есть, часто на мясорубке, на дезматче решает именно рандом. Но это ладно, это отдельная тема. Не в этом суть. Так, я слышу. Да, я тебя слышал. Твой топ. Ну, смотрите, нас осталось 3 против 2. Ну, смотрите, мы сейчас по-любому должны выиграть раунд, нет? Ну, будем стараться, потому что 3 против 2 это ничего не значит. Это не значит...
Так. Ну, я половину игры здесь простоял, заметили, да? И как раз-таки мне это помогло. Ага. Ну, конечно же, много делают рашеры. Отлично. Ну, такая небольшая игра была, да, 9 всего настрелял фрагов. Да, ну что же, увидимся, наверное, в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте положительные оценки. До скорых встреч. Побольше удачи и всем пока.